Более 2000 километров на квадроциклах авторы знаменитой телевизионной программы «Вне зоны» добрались до Крыма. На протяжении нескольких лет команда путешественников объезжает уникальные труднодоступные места нашей планеты. С экстремальщиками познакомилась и пообщалась наша съемочная группа. А в ближайшем будущем их съемки вы увидите на нашем телеканале. И в дождь, и в жару они готовы рассекать по бездорожью тысячи километров, добираться до тех мест, где не ступала нога человека. Уникальные виды нашей планеты путешественники запечатлевают на видеокамеру. По возвращению на постоянное место дислокации город Санкт-Петербург старательными руками монтажеров появляется серия о путешествиях авторов проекта «Вне зоны». В Крыму команда успела побывать в пещерных городах Топекермен, Эскекермен, а также посетили Красную пещеру. По мнению капитана команды Максима Кевлова, полуостров удивляет не только своими красотами, но и людьми. Ну вот чтобы вот так вот подошли кто-то люди, вот так вот, знаешь, в очереди в магазин, чтобы так разговориться, уже в России такого нет. И мы еще едем, смеемся. Главное, чтобы не испортили. Не испортили люди, приехавшие с материка, вот это отношение. Их жизнь – сплошное путешествие. За 20 лет объехали почти всю Россию, страны СНГ, а также Европу. До пункта назначения экстремалы добираются на мототехнике. С собой все самое необходимое. Ведь иногда приходится оставаться на ночлег в самых необычных местах. Со всем этим без труда справляются представительницы прекрасного пола. У Дарьи Каржемановой и Регины Иконниковой спортивное прошлое. Девушки без ума от путешествий. Они успевают и ужин приготовить в полях, и прекрасно выглядеть. Мы попытались узнать, сколько же дней они в Крыму. Но, как оказалось, для них времени не существует. Каждый день праздник. Это самое приятное, честно говоря, когда ты путешествуешь, это когда ты не знаешь, какой сегодня день недели, ну и точное время ты тоже, в принципе, не знаешь. В Крыму команда путешественника планирует остаться еще 2 недели. За это время они планируют побывать в загадочных труднодоступных местах полуострова, посетить знаменитые памятники архитектуры. Отчет о путешествии команды экстремалов по Крыму в ближайшем будущем мы покажем на нашем телеканале. Мэри Бадунс, Юрий Земной, служба новостей ИТВ.